Ну что, всем здравствуйте, я Семен Бирюков, приветствую вас на канале Сэмбери. Это программа «Зеленый вариант», в которой вы увидите, не узнаете, а увидите много всего интересного. Поэтому оставайтесь с нами. Я снимаю приблизительно с 2011 года. У меня накопилось за этот большой период времени очень много интересных, уникальных и редких кадров живой природы и обычной простой природы. Через несколько секунд у вас будет уникальная возможность увидеть их воочию прямо в этой программе. Не все понимают, не все знают, задаются вопросом, насколько удивительно, уникально, неповторимо и восхитительно красота природы. Ландшафты, пейзажи можно наблюдать в течение всего года, в разные времена. По-своему все великолепно. Ну а прямо сейчас одна из рубрик для тех, кто любит развлекаться и петь. Я пою в машине, автомобиль при этом стоит и, главное, живой звук. В твоих глазах я вижу свои мысли, и дождь поет на ломаном английском. Наверно, мы попали в зону риска слишком, слишком быстро, быстро. И без тебя давно теперь не мыслим, бояться больше не имеет смысла. Ты попадаешь в сердце снова быстро, слишком, слишком быстро, быстро. Твои глаза такие чистые, как небо, назад нельзя. Такая сила притяжения, твои глаза останови это движение, я для тебя остановлю эту планету. Запутались мы в городах и числах, нет никого на свете, только мы. До новых встреч на канале Сэмбери.